По итогам прошедших экзаменов на брифинге в Министерстве образования и науки Республики Татарстан отметили лучшие школы по результатам ЕГЭ. Лидирующую позицию по количеству стабальников занял IT-лицей Казанского университета. 12 выпускников из IT-лицея Казанского университета набрали 100 баллов по предметам русский язык, математика и информатика. Один из учеников набрал в сумме 200 баллов по русскому языку и информатике. Ученики лицея поделились секретами подготовки. Буквально каждый урок, каждый интенсив мы прорабатывали какие-то темы. Люция Рафаэловна сделала много для того, чтобы конкретно я натихал на 100 баллов. И каждый из учеников в моем классе, в параллельном классе, сдал экзамен очень хорошо. Илья Анатольевна. Это наша учитель по информатике. Она нам очень сильно помогала. Она дала нам варианты. И вот за неделю до ЕГЭ нам нужно было решать 10 вариантов на 100 баллов. То есть ты пока 10 вариантов не решишь, ты сидишь и решаешь. И вот это, мне кажется, очень сильно помогло. Перед месяц перед экзаменом прям каждый день сидела, занималась семинарами с учителями. Вот, там у нас учитель в школе отдельно готовился к сочинению прямо, поэтому вот, то есть заслуга получается учителей. Учителя рассказали о том, что в IT-лицее стараются внедрять индивидуальный подход к каждому ученику, что позволяет делать малочисленность людей в классах, около 15 человек в каждом. Мы стараемся использовать продукты компании Microsoft и организуя такую гибридную форму обучения, где дети могут частично работать самостоятельно, частично мы работаем с ними на уроках. Вот такой комплексный подход, наверное, позволил получить достаточно неплохой результат. Елена Митясева отметила, что нынешнее ЕГЭ по информатике перешло в онлайн-формат, что облегчило задачу обучающимся. У меня 5 бальников. Этих ребят я веду 5 лет. Подготовка к ЕГЭ – это не вот прям 2-3 месяца до подготовки, а это как бы стабильное обучение предмету. Вот. И это не навязчивое, не обучение шаблонов, это именно обучение, ну, предметы вот именно. Или, лучше сказать, даже будущей профессии программиста. Сейчас уже выпускники IT-лицея активно подают документы в различные вузы России и ждут результатов поступления. Энджи Минибаева, Универньюз.